счета. Счет перерастает в преимущество. Да, и вынуждает Андрея Воронкова, да, использовать свой второй перерыв. А может быть первый, не знаю точно. Такая вторая зона поднимается. Ну, а это уже крест, сложно, да, это сложно, это действительно мощно. И выигрывает брейковое очко «Уралочка». 19-17. Да, для тех, кто не знает, не знаком с терминологией, брейковое очко – это очко на... Защититься, опять же, от этого мяча. Ну и снова этот... Злополучный для «Локомотива» крест. В этот раз удалось зацепить, но слишком далекий отскок.